Друзья, всем привет! До вчерашнего дня всем пользователям приставок Microsoft, это Xbox, необходима была платная подписка Xbox Live Gold для того, чтобы играть в бесплатные онлайн-игры. И со вчерашнего дня, наконец-то, это отменили. Компания Microsoft объявила о нововведении, которое от нее долго очень ждали. С сегодняшнего дня, 21 апреля, в условиях бесплатных игр Free-to-Play пользователям Xbox стал доступен сетевой многопользовательский режим без активной платной подписки Xbox Live Gold. Проще говоря, теперь в игры Fortnite или Apex Legends можно играть на приставке Xbox полностью бесплатно. В пресс-службе Microsoft пояснили: прислушиваясь к обратной связи от игроков, мы приняли решение изменить условия сегодня, и теперь все владельцы консоли Xbox получат доступ к библиотеке из 50 free-to-play игр, поддерживающих сетевой многопользовательский режим без дополнительной платы. Вот список этих игр. И у меня интерес, мне только один есть ли здесь Dota? Вот, Dota нет, и это хорошо, потому что на геймпаде играть в Dota, это было бы, конечно, что-то с чем-то. World of Tanks есть, ну, короче, огромное количество действительно хороших игр. Hawken, Killer Instinct, Family Game Night, Destiny 2, DC Universe Online и так далее, тому подобное. Друзья, вот такая вот новость, Call of Duty Warzone. Друзья, вот такая новость, ссылка на нее будет в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.